Всем салют, с вами Агут. Ну что, вокруг фильма «Доктор Стрэндж» в мультивселенной безумия появляются все новые и новые слухи, да еще и со сливами, фотографиями со съемок и так далее. Что ж, не секрет, что самые громкие слухи касались камео актеров, которые играли персонажей Марвел за пределами киновселенной Марвел. В этих утечках говорилось о возможном возвращении многих персонажей Людей Икс, тех же паучков Тоби и Эндрю и многих других. Однако слух о том, что Том Круз появится в мультивселенной безумия в роли Железного Человека Тони Старка, возможно, является самым обсуждаемым на данный момент. И доказательством тому служат якобы фотографии со съемочной площадки Доктора Стрэнджа 2. И это, по правде, было бы на руку Тому Крузу, поскольку ожидается, что его фильм Top Gun Maverick выйдет всего через несколько дней после премьеры сиквела Доктора Стрэнджа. То есть хайп и ажиотаж вокруг его персоны и его предстоящего фильма только увеличился бы. Кроме того, есть интересный факт. Прежде чем Роберт Дауни-младший взял на себя роль Железного Человека и дал старт киновселенной Марвел в 2008 году, Тому Крузу предлагали сыграть эту культовую роль. Он также собирался даже продюсировать этот фильм, предпринимая попытки еще с 1998 года. Однако по разным причинам этого не случилось. Так или иначе, поклонникам все же не терпится увидеть голливудскую звезду боевиков самой популярной киновселенной всех времен. Что ж, возможно, Круз появится в мультивселенной безумия в роли Тони Старка, вернее его версии, или кого-то другого. Я это не исключаю. Все может быть. Вот, например, в сети гуляет это фото с Томом, где он напоминает Старка. Однако это фото не что иное, как самая настоящая подделка. Кто-то дорисовал бородку, сделал похуже качество, написал, что это собственность Marvel Studios, и вуаля, слив готов. Но есть и другое фото, опубликованное 18 января. Тоже вроде бы как Том Круз, с бородкой на съемках какого-то фильма. Да и похоже, что он в одежде по захвату движения. И вот этому фото пока опровержений нет. Кроме того, этот твит ретвитнул Дэниел РПК с двух своих официальных аккаунтов. А это значит, что не все потеряно, и мультивселенная безумие нас точно удивит. Хотелось бы верить. Вот так. Всем спасибо. Всем пока.